8-й российской армии освободились в январе для российской части. Сейчас самая свежая информация по конфликту в Ливии. Военная операция против Каддафи участвует в США. Еще 542 тысячи пропали без вести. Свыше миллиона остались без крова. Общее число... Больше всего от Третьей мировой войны пострадает именно Америка. Thank you.
Thank you.